Всем привет! Глебушка, поздоровайся! Сегодня мы будем открывать с тобой набор тачки «Гоночный трек». Это Глебушке подарок! Подарок! Рой, что там у нас? У нас там гоночный трек из тачек. Молния-магнит. Давай покажем всем. Открываем. Смотрим, какой классный игровой набор у нас. Погоняем. Кто это у нас? Молния-магнит. Молния-магнит. А вот это кто у нас? Фашист. Франческа, садись, будем открывать. Да. Так, давай же распакуем. Посмотрим, что там у нас. Доставай. О, это у нас какая тут классная большая трасса. Видно и замок у нас. Что там у нас еще? Доставай, доставай. О, как классно, да? Что там у нас? Все? Или еще что-то у нас там есть? Все. Так. Так. Давай открываем с тобой. Что? Кто это у нас? Молния Маквин, твоя любимая машинка из тачек, да, видно? Как и хорошо, что ты надежно запаковали. Доставай. Доставай. Доставай, Тебе нравится? Нравится? Молодец. Круто. Гоночная трасса. Ну что, Глеб, начнем с тобой собирать? Давай посмотрим, что у нас в конечном итоге должно получиться, какая у нас трасса должна получиться. Давай продемонстрируем. Вот, и так вот тачки должны вылетать. Вот так. Покажи, как они должны вылетать. Красиво? Давай приступим к сборке. Откроем. Так, давай с тобой собирать трассу. Должна быть... Классная такая, большая. Да, помогай папе собирать. Собираю. Не очень не упадется. Вот так. Смотри, как у нас вырисовывается трасса. Очень классная, красивая. Давай. Так, мы клеим наклейку. Это будет наш финиш, куда машинки будут приезжать. Глебушка, показываем. Мы уже почти с тобой собрали трассу. Скоро на ней будем гонять. А вот вертолетная башня будет стоять рядом. Скорее всего, эта гонка, я так понимаю, происходит в Париже. Ну что, мы собираем трассу дальше. Вот наш гоночный трек собран. Посмотрите, он точно и в точности копирует наш трек. Теперь мы будем гонять. Что, Глебушка, запускай молнию. Опа! Как она поехала? Yes! Давай, а теперь запускай одного Чик-Хикса, одного запускай себе. А у нас произошла на треке авария. Давай пробуем еще раз. Вот, смотри. Ай, не приехал Чик-Хикс. Открываем. Дорогие друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, вас ждет еще много чего интересного.